Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Совете по правам человека при Кадырове обосновали убийство геев. Кузбассовец проник в чужой дом, чтобы разогреть свой суп. И на случай сильных загрязнений воздуха в Омске директор экологической организации советует что? Советует выпить водки. Все, как всегда, 7 бед, 1 ответ у нас. Ну и, как всегда, в четверг в 11.06 дневной разворот. Александр Осокин и Светлана Занько. Ну, будет дневной разговор в дневном развороте, конечно же. Да, добрый день всем. 211-101 номер телефона для общения и для разговора с нашими слушателями. 211-101. Я сразу скажу, что во втором часе к нам придут представители молодежного парламента Кировской области, который теперь уже не просто полный состав обрел, но и председателя. Придет к нам Ярослав Шулаков, председатель молодежного парламента, и Юрий Балыбердин, куратор со стороны ОЗС. Очень много было шума по поводу этого парламента, по поводу того, как набирались туда молодые люди. Кто эти люди, что за эссе они писали, будут ли у них какие-то в руках инструменты для того, чтобы действительно влиять на политику молодежную в нашем регионе. Владимир Васильевич Быков, председатель ОЗС, по этому поводу уже высказался. Вот это все во втором части мы будем обсуждать. Кто заинтересован в этом, пожалуйста, готовьте свои телефоны после 12. А в первом часе абсолютно все водители, внимание, в первом часе мы будем говорить о пополнении в ПДД, да, в правила дорожного движения, в чем их суть и почему там не надо бояться выезжать на улицу сейчас без знака шипы на вашей машине. Прямо сейчас, сегодня, завтра не знаю, но мы сейчас узнаем у Марии Шиляевой, заместителя начальника отдела управления ГИБДД по Кировской области. Мария, добрый день. Добрый день. Ну и вот такая история. Значит, 4 апреля Володя Сметанин, который является автором программы «Трасса 101», где-то в 4 часа вечера, уже можно сказать, в редакции сидит и говорит: «Занько, ты купила знак шипы? У тебя ведь шипованная резина, я видел». Он видит, я-то нет. У меня есть резина зимняя и летняя. Я не наблюдала там шипы. Оказывается, есть. Хорошо, что есть Володя Сметанин. Я говорю: какой еще знак шипы? Ну как, сегодня 4 апреля, не первое, внимание, я не шучу. И с сегодняшнего дня, согласно правилам ПДД, на твоей машине должен быть знак шипы. Буква Ш, говорит, знаешь, такая в красной рамочке, треугольная. Я в панике, начинаю узнавать, где купить этот знак срочно, потому что надо же как-то до дома доехать, не заплатив штраф. А штраф, внимание, 500 рублей, добавляет Сметанин, да? И мы здесь вместе с Аней Лапшиной, нашим редактором аналитических программ, там в ужасе начинаем думать, куда же бежать по грязным улицам, где хватать вот этот знак, налепить, чтобы доехать вечером до дома. Ну, после чего, конечно же, замечательно наш мужчина говорит, что не беспокойтесь, я позвонил в ГИБДД Марии Шиляевой. Она говорит, что ГИБДДшники не зверствуют на улицах, не останавливают всех подряд, хотя могли бы, может быть, я не знаю. Но вот сейчас до эфира мы с Марией поговорили, и она нам поясняет, что с утра уже обрывают телефон в ГИБДД с точно такими же вопросами. Давайте всем разъясним, что происходит. Да, совершенно верно. Вопрос достаточно актуальный. И с 4 апреля текущего года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации номер 333 от 24 марта 2017 года о внесении изменений в постановление Совета министров правительства Российской Федерации. То есть этим постановлением вносятся изменения в правила дорожного движения, которые касаются ряда пунктов, в том числе и использование данных табличек. То есть такие таблички, как начинающий водитель, шипы, перевозка детей, глухой водитель и так далее, все те, которые обозначены в правилах дорожного движения, в обязательном порядке должны присутствовать на транспортных средствах. Поясню, если у вас шипованная резина, значит, должен стоять знак Ш, так скажем. Если вы начинающий водитель, то есть ваш стаж не превышает 2 лет, вы должны на стекле транспортного средства иметь такой значок, желтый фон и восклицательный знак. Значит, если у вас
нас таких опознавательных знаков нету, то в соответствии с Административным кодексом Российской Федерации, частью 1 статьи 12.5 Административного кодекса, вы можете быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. Конечно, так как у нас это постановление вступило в силу только-только, сотрудники госавтоинспекции не стараются, так скажем, всех сразу же оштрафовать. Они, естественно, предупреждают водителей сначала, ну и мы ведем определенную разъяснительную работу, чтобы все граждане об этом знали. Я надеюсь, что нас автомобилисты города Кирова слышат. Ну вот учтут. Я сейчас выехала на улицу, там меня останавливает представитель ГИБДД и говорит: «Барышня, значит, вы знаете, что у вас шипы на шинах?» Я, конечно, говорю: «Да вы что? Правда? А, точно! А вы знаете, что с 4 числа нужен такой-то знак?» Я говорю: «А, нет, правда, спасибо, что вы меня предупредили. Ну, я же девочка, я скажу». Вот. И что дальше-то он будет делать? Вот он меня предупредил, раз он как-то фиксирует меня или нет? Предупреждение обязательно тоже фиксируется, но не выносятся никакие штрафы, никакие административные протоколы не составляются. Протокол составляется только, если на вас выписывается административный штраф. А как действует это предупреждение? Вот он меня остановил сегодня, например, да, 6 апреля, а дальше остановил меня через 3 дня. И что происходит? Ну, он вас еще раз предупредит. У меня есть какой-то срок вот сейчас? Нет, такого срока нет. Мы просто всех предупреждаем, что это обязательно нужно. То есть это тоже для безопасности водителей. То есть вы понимаете, что если машина, транспортное средство на шипах, значит, тормозной путь у транспортного средства короче, чем у того автомобиля, который ездит без шипов. Зимой, когда водители видят этот знак, естественно, тот, кто едет сзади, видит и соблюдает определенную дистанцию до транспортного средства. Вот. И таким образом соблюдаются определенные меры безопасности. То же самое, что касается начинающего водителя. Да? Если мы видим этот желтый значок с восклицательным знаком, мы уже ведем себя более аккуратно. Так наивно думают начинающие водители. Вот, Светлана... Немножко не соглашусь с вами, потому что, допустим, даже я сама, когда еду за рулем и вижу знак «начинающий водитель», то, естественно, стараешься дистанцию как-то соблюдать и смотреть, может быть, думать даже за него. И я думаю, что опытные водители так и поступают тоже. Ну и также точно перевозка детей. То есть мы видим автобус, идет газель или идет какой-то пазик, на нем знак «перевозка детей», то есть тоже аккуратнее, внимательнее относимся к этим транспортным средствам. Вот, потому что это был второй испуг. Сейчас, Саша, передам тебе слово. Второй испуг, потому что Володя Сметанин сначала сказал, что и перевозка детей. Ага, и я представляю, что у меня сейчас будет знак «шипы», «перевозка детей». И начинающий водитель. Ну, я не начинаю. А мог бы быть и начинающий. И все заднее стекло, значит, в знаках. Нет, это действительно ошибка водителей. Перевозка детей, у нас ставится этот знак только на те транспортные средства, которые осуществляют организованную перевозку групп детей. То есть это от 8 человек. Если у вас малыш в автомобиле, ну или подросток, это не значит, что вы должны клеить этот знак. Ни в коем случае. Но если вы начинающий водители, у вас шипованная резина. Вот я вчера сама, например, видела, когда вечером ехала домой, 2 знака висят. С одной стороны шипы, с другой стороны начинающий водитель. Это уже ответственные люди, да, которые сейчас повесили эти знаки. Вот про возможные сроки уже говорили. А если такие негласные сроки для сотрудников полиции, что, например, в течение 2 месяцев мы только предупреждаем, а потом уже выносим штраф? То есть когда штрафовать начнут? Таких сроков, конечно, у нас нет, но мы вот пока вот первые недели мы, естественно, ведем разъяснительную работу. Но это касается вот именно этих табличек. Вы не забывайте, что помимо того, что введены таблички, вот эти в обязательном порядке, есть еще и другие изменения в правилах дорожного движения. И они тоже касаются ряда запретов начинающих водителей. Вот сейчас мы перейдем к этим вот запретам. Нас все-таки таблички интересуют? Нет, первые интересуют, нет таких сроков. Инспектор госавтоинспекции вправе и сейчас наказать водителя. То есть он будет абсолютно прав. Может вынести предупреждение, может наказать водителя штрафом. То есть не надо расслабляться, надо покупать. И вот теперь вопрос про ехать и покупать. Ну, во-первых, где они продаются, эти знаки? А во-вторых, можно ли самостоятельно его соорудить? Конечно, можно соорудить самостоятельно, только необходимо соблюдать все те стандарты, которые прописаны в правилах дорожного движения. То есть это не должен быть какой-то значок, который я сам придумал и карандашком нарисовал. Они обязательно носят определенные параметры, то есть высота, ширина и так далее. Можно распечатать из компьютера, можно купить в Союзпечати или где-то в специализированных магазинах. Но каждый можно с ребенком творчеством заняться. Ну, я говорю, что нежелательно, конечно, но если у вас вот все четко
четко соблюдены все стандарты, вы можете наклеить этот знак. Они дорогие, вы не знаете? Нет, не скажу вам, сколько. 211-101, слушатели, если вы знаете, где и в какую цену продаются знаки, сообщите, пожалуйста, вот лично мне интересно, я думаю, что многим слушателям тоже. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, буквально на одну минуту, и продолжим разговор с Марией Шиляевой, заместителем начальника отдела управления ГИБДД по Кировской области. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Работу ГИБДД оцениваю, говорит, задаем мы вопрос нашим слушателям на сайте hakirova.ru и нашей группе ВКонтакте. И согласно этому опросу, мы не скажем, сколько сейчас за что голосуют, потому что у нас есть телефонный звонок, заинтригуем. У вас есть возможность поголосовать пока ВКонтакте на нашем сайте. У меня такое ощущение, что мне сейчас расскажут, в какую цену можно приобрести знаки опознавателя на машину. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я не скажу цену, но хочу сказать, что знаков нет вот этих на заправочных станциях. Потому что вчера, приехав, я решила, что мне нужно срочно повесить на машину. Мне сказали, что нет на самой автозаправочной станции и у поставщика. О, это какой знак? Шипы? Да. Знаков шипы нет ни у поставщиков, ни на заправочных станциях. И сегодня с дочерью мы, распечатав из интернета, красивую просто табличку сделали. Спасибо. Молодцы. Вам большое. А знаете вы примерно цену-то на эти знаки? Вы не интересовались? Нет, но я думаю, что это до 100 рублей. До 100 рублей. Спасибо большое. Ну вот это, кстати, Мария, такое упущение, мне кажется, конечно же. Потому что действительно на автозаправочной станции, пожалуй, удобнее всего заехать, купить и наклеить. И вот их нет, оказывается, у поставщиков. К сожалению. Но так на самом деле было бы очень удобно на автозаправочных станциях. Но можно посмотреть, я думаю, что в каких-то печатных киосках или книжных магазинах, возможно, не продаются. Вот. И продолжаем разговор с нашими слушателями. 211-101. Есть ли они в киосках, печати? Или их действительно, если у поставщика нет, может быть, вообще нигде нет. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Евгений меня зовут. Слушаем вас. Вот, допустим, сейчас машина 90% затонированная. И вот этот знак, допустим, изнутри приклеить невозможно, его не видно будет просто-напросто. А если снаружи, то есть было уже, мы проходили этот, помните, дублирующий знак приклеивали. То есть я его, если приклею, допустим, да, а летом знак, ну, шипы у меня останется, то есть меня инспектор ГИБДД имеет тоже право оштрафовать за то, что у меня знак шипы. В заблуждение ввожу других водителей. То есть мне на лето его взирать надо будет, получается. Так, Евгений, сейчас проконсультируемся со специалистом. Ага. Безусловно, спасибо. С наружной стороны вы можете клеить знак шипы. Я думаю, что ничего страшного. На летний период лучше всего, конечно, знак убирать. Но у нас в законе четко прописано. Если у вас есть шипы, значит, должен быть знак. Если шипов нет, но знак остался, за это нарушение мы не наказываем, но ведем разъяснительную работу и рекомендуем водителям все-таки убрать этот знак. Смотрите, какая замечательная история. Вот это прекрасно же просто. Надо было принять именно с 4 апреля такое вот решение, что нужно повесить знак шипы. Вот 4-го, да, ни раньше, ни позже. Когда в средней полосе России уже меняют резину, ладно, бог с ним, они могут не наклеить, но мы-то месяц еще будем ездить на этих самых шипах. А дальше нужно снять, потому что я, конечно, очень люблю приветливых сотрудников ГИБДД, но вообще не хочу, чтобы они меня останавливали и разъясняли, что бы то ни было. Не хочу ни нарушать, ни разъяснять, ничего делать, потому что понимаю, что будут все равно останавливать и будут выполнять свою работу, проводить разъяснительную там, да, беседы с тобой. То есть ровно через месяц, друзья автомобилисты, знак шипы нужно будет снять. Но, к сожалению, сейчас мы не узнали от нашего слушателя, а продаются ли эти знаки шипы, да, и начинающий водитель в киосках, например, и магазинах, потому что слушательница, которая нам звонила, сказала, что на автозаправочной станции ей поведали, что у поставщика нет этих знаков. Позвоните, пожалуйста, кто вот уже успел наклеить или видел эти знаки, они продаются сейчас в магазинах в достаточном количестве, и нас интересует цена. Ну, это связано, наверное, с тем, что сегодня 6 число, нововведение вступило в силу 4-го, так что... Все возможно, знаки скупили. Возможно, спустя какое-то время там предприниматели поймут, что необходимо все-таки закупать, и это все-таки какая-то экономическая выгода будет в этом, и появятся они на прилавках. Но я предлагаю вернуться к опросу ненадолго. Все-таки работу ГИБДД оцениваю на отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.
предварительно или ничего не зная о работе ГИБДД. Именно этот вариант 30% на первом месте ВКонтакте. О. На втором и третьем удовлетворительно и неудовлетворительно. Ну, на сайте hakirova.ru оценили на отлично и хорошо 45% всего наших слушателей. Удовлетворительно еще 25% и неудовлетворительно 33%. Ничего не знаю, ничего не знаю о работе ГИБДД, а 0%. То есть все-таки знают, видимо, все автомобилисты. Ну, я надеюсь, что знают все участники дорожного движения. Да, совершенно верно. Значит, еще раз, знак шипы надо бы снимать, когда ты поменял резину. Но за это не штрафуют летом. Нет. Но останавливают и беседуют по душам. Совершенно верно. Ну и я напомню о том, что еще у нас существует регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, в соответствии с которым в июне, июле и августе запрещена эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период. То есть все летние месяцы на всей территории Таможенного союза нельзя ездить на шипах? Да, нельзя. За это не предусмотрено наказание, но мы рекомендуем. И кроме того, напоминаю, что у нас в пункте 5.5 правил дорожного движения тоже указано о том, что на транспортном средстве все четыре колеса должны быть, так скажем, одинаковые. То есть или шипованные, или не шипованные, практически с однотипным протектором и так далее. Это тоже влияет у нас на безопасность дорожного движения. Штрафные санкции по этому пункту нет, не предусмотрено. Нет, не предусмотрено, но ради безопасности мы обязаны соблюдать эти правила. А вот еще такой вопрос, простите, наивный. Если у меня, мне нужно два знака разместить, начинающий водитель и шипы, мы знаем, что за отсутствие знака штраф 500 рублей. Если один знак отсутствует, а другой присутствует, там как-то или два знака отсутствуют, там складывается, да, я ни тот, ни другой не наклеила, а мне нужно этот и этот. Это два нарушения? Это два нарушения. То есть это уже 1000 рублей. Mm-hmm. Понятно. Давайте мы к начинающим водителям перейдем. Как раз мы уже стали о них говорить. Такая вот история, которую нам наша тоже коллега Аня Лапшина поведала. Они пользуются машиной вдвоем. С братом, да, при этом у Анны больше опыта, у брата меньше опыта. А здесь вот как со знаками быть? То есть то же самое, если пользуется автомобилем начинающий водитель, то есть стаж управления до 2 лет, естественно, значок должен быть. Если он там значится в страховом свидетельстве, да, то значок должен быть. А еще такая история. Очень многие водители, которые уже перевалили за 2 года, да, стаж вождения у них перевалил, все-таки не снимают знак восклицательного знака, потому что им нравится ощущать, что все вокруг водители в этот момент настороже и заботятся о них. Вот это они имеют право на такие действия? Мы тоже, так же точно, как и со знаком шипы, будем рекомендовать этот значок все-таки убрать, но наказание за это не предусмотрено. Кроме того, остановлюсь на том, что еще существует ряд запретов у нас для начинающих водителей. Это им запрещается буксировка любых механических транспортных средств. Это и нововведение как это раз нововведение, с 4 апреля. Да. Это они не могут буксировать? Да, они не имеют права. То есть вот если брат у Ани Лапшиной, как мы сказали, уже решил взять на буксир вас, Светлана, то за это он будет наказан в соответствии со статьей 12.21 Административного кодекса, где тоже предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, ряд нововведений касается у нас мотоциклистов, опять же, начинающих мотоциклистов, чей стаж управления до 2 лет. Они не имеют права у нас перевозить пассажиров. В этом случае предусмотрена ответственность в соответствии с частью 1 статьей 12.23 Административного кодекса, и здесь только штраф в размер 500 рублей. То есть, если у нас 19-летний молодой человек получил водительское удостоверение в 18 лет, то он пока свою девушку не имеет права катать на мотоцикле. Ага, вот как интересно. Да. Зачем тогда мотоцикл 18-летнему парню? Вот, только самостоятельно. Вместе с тем, мотоциклисты получили право разгоняться до 130 км в час. До 110. И даже начинающие. До 110. То есть внесены изменения в пункт 10.3 правил дорожного движения. Если раньше по автомагистралям у нас разрешалось легковым автомобилем двигаться со скоростью 110 км в час, а мотоциклом только 90 км в час, сейчас они могут на автомагистралях ездить со скоростью 110 км в час. К сожалению, про молодых водителей это ничего не сказано.
А с чем это связано? Потому что вот лично у меня там мотоцикл и скорость 110 км в час на трассе вызывает опасения. Потому что я достаточно слышал истории и пишу новости об этом. Это и разве скорость для мотоцикла на трассе? Ну, бывает и при меньшей скорости случается ДТП. Вы можете не ездить с этой скоростью, правильно? То есть у нас предписывается верхнее ограничение, так скажем, да, 110 км в час. Но это не значит, что вы можете ехать с этой скоростью. Саша спрашивает, почему им разрешили так быстро гонять? Нет, зачем увеличивать, да. Сейчас тебе байкеры позвонят и скажут, что значит 110. На автомагистралях, то есть вы понимаете, там транспортный поток движется с определенной скоростью тоже, да, и если едут мотоциклисты, они нередко выпадают из этого потока. Здесь им разрешено двигаться с такой же скоростью, как и весь транспортный поток. А вот еще интересное нововведение. Водители тракторов, катков и других тихоходных машин обязаны устанавливать на них красный треугольник в желтой рамке. Он позволит участникам движения обгонять их в зоне запрета таких маневров. Это тихоходное транспортное средство. Вот это... я еду, у меня знак «Обгон запрещен». И, значит, сплошная полоса. Передо мной тихоходное транспортное средство с соответствующим знаком. И что, я поехала через сплошную полосу? Вы можете его обогнать. То есть, если нету такого опознавательного знака, то они, соответственно, так скажем, в некоторой степени мешают у нас водителям других транспортных средств. Они большую скорость развивать не могут. И вот эта табличка, которая касаема и шипов, и начинающий водитель, тоже должна быть установлена на таком транспортном средстве, чтобы не мешать общему потоку для движения. Так, ну тихоход, значит, я могу через сплошную обгонять. И меня не оштрафует никто за это. Еще одна интересная вещь, это, может быть, вы нас проконсультируете, это история с тем, что будет приниматься во внимание видеосъемка любого гражданина, снятая на телефон, который свидетельствует о нарушении правил дорожного движения. Но мы об этом поговорим чуть позже, после короткой рекламы. А еще раз, Саша, напоминаем, что у нас есть голосование на сайте Хакирова. Как вы оцениваете работу ГИБДД? Пожалуйста, заходите и ВКонтакт тоже голосуйте. А еще нас все-таки интересует, сколько стоят знаки, опознавательные знаки, которые сейчас нужно приклеивать на задние стекла машины, типа опасный груз, шипы, перевозка детей. И есть ли вот шипы, конкретно знак шипы, сейчас в продаже? И где? Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем разговор со специалистом из ГИБДД Марией Шиляевой. Мария заместитель начальника отдела управления ГИБДД по Кировской области. Мы разбираем нововведения в ПДД и другие интересные вещи, касающиеся всех, кто движется на автомобилях по нашим дорогам. 211-101 номер телефона прямого эфира. Нам все-таки интересно, есть ли в магазинах, в ларьках Роспечати знак шипы, который с 4 числа наряду с другими опознавательными знаками необходимо приклеить на заднее стекло вашего автомобиля, потому что нам тут рассказывала слушательница, что на заправках ей пояснили, что и у поставщика-то этих знаков нет. Вот если вы их купили в ближайшее время, после 4 апреля, скажите нам, где и по какой цене? Ну вот здесь перед перерывом мы начали говорить про возможное также нововведение, которое сейчас обсуждается. Это некая легализация, что ли, записей с видеорегистраторов и также с обычных мобильных телефонов. Сейчас рассматривается возможность там, учитывать эти записи при там, разборе полетов, но, как я понимаю, сейчас и так в ГИБДД приходят подобные записи. Да, совершенно верно. То есть все, так скажем, активные граждане, занимающие активную гражданскую позицию, могут в случае выявления или если они увидели нарушение какого-то правила дорожного движения, могут сообщить об этом или в дежурную часть ГИБДД в режиме онлайн, позвонить, сказать, что вот я видел, тут пьяный водитель садится за руль, он поехал, номер такой-то, такой-то. Обязательно это сообщение будет отработано. Если вы видите, допустим, что водитель нарушает, и у вас есть запись с датой, с местом, с привязкой и так далее, то эти видеозапись вы тоже можете послать в госавтоинспекцию, и водитель тоже будет привлечен к административной ответственности. То есть, например, водитель не пропустил пешехода и чуть не совершил ДТП, там ребенок, не ребенок. Такие видеозаписи у нас есть, и реально водители привлекаются к ответственности. Но лучше всего еще оставить свои контактные данные, чтобы мы могли связаться и уточнить какие-то нюансы и детали. Вот я хочу сейчас уточнить деталь. Я, конечно же, в шоке не запомнила ни марку машины, ни номер, но я вчера на перекрестке Молодой Гвардии и Октябрьского проспекта была свидетельницей, как машина. То есть я остановилась на перекрестке, пропуская девочку маленькую с двумя пустыми банками для воды. Машина, которая ехала за мной, не притормозила, а чуть ли не разогналась, и
чудом каким-то девочку просто не отбросило, они наткнулись друг на друга, то есть вот касание такое произошло. Я вам хочу сказать, уважаемые водители, кто были за рулем и кто вот в такие ситуации попадали, если у вас такая случилась беда, вы, пожалуйста, остановитесь. Вы хотите хотя бы спросить у этого человека, который переходит, в данном случае ребенок, дорогу, в порядке ли он, как она себя чувствует. Этот просто поехал дальше. Причем полный автомобиль еще людей был, да? Угу. Они посмотрели в заднее стекло и поехали дальше. Конечно, жаль, Светлана, что вы не сняли это. Можно было бы привлечь. Там как раз началось движение, я должна была поворачивать, и нельзя было тормозить задний поток. Я не могла, я была в левом ряду. Но вот я была свидетельницей, и у меня просто большая просьба. Будьте ответственными, пожалуйста. Но это безобразие, конечно, так нельзя себя вести. Слушатель у нас на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Георгий. Георгий, слушаем вас. Я хочу вот что сказать. Ну, во-первых, однозначно против я этого знака, потому что... Шипы? Ну, конечно. Ну, нет предела глупости нашим законодателям. Но это, с одной стороны, это делается вроде бы как на благо, забота. Но какая-то забота. Всем ясно, что это делается только для того, чтобы собрать побольше штрафов. И так ясно, что зимой все ездят. 98% на шипах. Зачем нужна табличка дублировать то, что я еду на шипах? И так ясно, что все на шипах. Угу. То есть, ну, вы считаете, знаете, что нововведение рассчитано на сбор штрафов? Так. Конечно. Получается, это знаете что? Вот мы заботимся сейчас об автолюбителях. Давайте заботиться обо всем населении нашей страны. Давайте сделаем штраф на отсутствие таблички у газовой плиты, что это газовая плита. Ну, это то же самое. Мария, так, что ответить? Подождите, да, давайте еще договорим с нашим слушателем. А сами-то вы знаете, сколько стоит такой вот знак? Мы никак, Саша, не можем добиться. Они вообще вчера есть? Я ездил по магазинам, не мог найти этот знак. Нашел знак «У» и переделал его на «Ш». А сколько стоил знак «У»? 10 рублей. 10 рублей. Но знака «Ша» нет. Понятно. Спасибо. Да, знака «Ша» нет. Но самое-то главное, еще раз повторяю, ну для чего это делается, маразм? Глупость полнейшая. Понятно. Спасибо. Мы тоже иногда задаемся такими вопросами, что происходит вообще. Почему вдруг решили? А мы законодательные акты не обсуждаем, мы их исполняем. И еще раз могу вам сказать о том, что это направлено все на то, чтобы было на безопасность дорожного движения. То есть повторюсь, что если стоит знак «Шипы», водители видят о том, что при скольжении по полотну, по дорожному полотну, тормозной путь будет меньше, чем у автомобиля, который находится не на шипованной резине. Немного не соглашусь с нашим слушателем о том, что у нас 98% ездит на шипах. Нет. У нас очень многие ездят просто на зимней резине. Некоторые, к сожалению, не очень добросовестные водители и не меняют резину тоже. Вот поэтому знак «Шипы» должен быть на транспортных средствах. И последний момент. Не для того, чтобы собрать штрафы, это однозначно. Я уже только что проговорила о том, что сотрудники госавтоинспекции стараются сейчас просто предупреждать водителей о том, чтобы этот знак был. Это не вы принимали. Это надо законодателям задать такой вопрос. Я-то солидарна с нашим слушателем, честно говоря. У нас есть телефонный звонок. Алло. Добрый день. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Антон. Да, Антон, высказывайтесь. Я вот что хотел уточнить. Вот представим ситуацию, что я езжу на шипованной резине, но резина со временем шипы эти потеряла. Ну, выскочили они. Должен ли я вешать этот знак? Если ГОСТом у вас прописано, что шипованная резина, значит, знак у вас должен быть. Хорошо, другой вопрос. Если я зашипую сам резину зимнюю, не шипованную, должен ли я знать? Я еще раз повторяю, если у вас ГОСТом предусмотрена резина шипованная, то есть это должно быть ГОСТом, у вас должен стоять знак обязательно. ГОСТ на что должен быть? На резину или на автомобиль? На резину у вас стоит. Если у вас шипы видны на машине, вы сами зашиповали, значит, конечно, у вас и должен знак шипы стоять. Если шипы повылетали? Ну, у вас резина шипованная изначально была. То есть на любую зимнюю резину, грубо говоря? Нет, нет. Разница между шипованной резиной и зимней есть, вы понимаете, да? То есть зимняя резина – это не обязательно шипованная резина. Да, согласен. Вот, поэтому... А где этот ГОСТ обозначается? Я на вот никаких... колесе. А, он на колесе есть. Так, ну вот, раз на колесе ГОСТ есть, значит, должен быть знак. Если сами установили шипы, то значит, знак снова должен быть. А скажите, пожалуйста, вы купили уже этот знак? Нет, я этот знак не купил, покупать его не буду, в принципе. О, а так, почему?
Что за бунт? Ну, я считаю, что это бред на самом деле. Что со знаком начинающий водитель, что со знаком шипы. Вот то, что он висит сзади на стекле, это никаким образом не будет дисциплинировать водителя сзади. Если водитель невнимательный, там хоть во все стекло этот знак повесь, все равно он не будет ни дистанцию держать, ни аккуратнее ехать. Спасибо, мы вас поняли. Ну вот, Мария, не зря мы сегодня собрались. Все-таки действительно водителей эта тема волнует. И, в общем, не очень согласна с тем, что как минимум знак шипы ввели. Но в любом случае... Есть какая-то логика все-таки в рассуждении наших водителей. Правда, когда ты движешься там, в зимних условиях или в условиях гололеда, ты понимаешь, как нужно там, да, вести себя на дороге и без знака. А, кстати говоря, неужели настолько короче путь тормозной на шипованной резине, чем на зимней резине? Да, конечно, не скажу, что там в разы, прямо там в 10 раз или еще что-то, но идет короче. И в любом случае, если водитель двигается в потоке, если плотный поток, тут все понятно вроде бы, да? Если и скорость невысокая, если скорость достаточно высокая, например, вы движетесь, поток идет со скоростью 60 км в час, то дистанцию надо держать определенную тоже между транспортными средствами. И все равно не соглашусь с нашим слушателем по поводу начинающих водителей. Считаю, что начинающие водители однозначно должны иметь этот знак, чтобы другие водители видели. Их. Также точно касается перевозки детей, опасных грузов и так далее. Я согласна со знаком начинающий водитель. Mm-hmm. Я, кстати, реагирую и на знак «Дети в автомобиле», который не обязательно клеить, и на «Девушка за рулем» я реагирую. Вообще, я на многие знаки, хочу вам сказать, реагирую. Видимо, я медленно езжу и рассматриваю знаки на автомобилях. Но также я согласна с нашим слушателем, вот последним, кто позвонил, что если человек безответственный, хоть обклейся знаками, и вот случай, который я вот описала вчерашний, да, угу. Он действительно свидетельствует об этом. Еще один телефон. Еще, один у нас слушатель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, представьтесь. Так, сейчас мне надо как-то отключить. Да, надо отключить приемник и представиться. Да, звонков сегодня очень много. Алло. Алло. Так, Сейчас, одну минутку, я выйду из машины, потому что у меня здесь подключено все. Это вы правильно делаете, что вы припарковались и выходите из машины, чтобы с нами побеседовать. Значит, слушаем вас. Как вас зовут? Меня зовут Игорь Соломонович. Да, Игорь Соломонович, добрый день. Да. Я поступил в ПРОВОС. Секундочку, сейчас все-таки выйду. Так, вот теперь, наверное, можно. Сейчас очень хорошо слышно. Я сделал очень просто. Нигде нет, конечно, этих знаков шипы, потому что никто не предупреждал продавцов. Я обзвонил с десяток примерно магазинов, нигде ничего не нашел, и просто попросил дочь этот знак скачать и распечатать. Вот сейчас как раз приехал за этим знаком, размещу его на заднем стекле и буду ездить. Замечательно. Так что, в общем, у каждого есть возможность, только цветной принтер нужен для этого. Так, а согласны ли вы, Игорь Соломонович, что действительно необходимо клеить знак шипы на заднее стекло автомобиля, и это как-то существенно повлияет на поведение водителей на дорогах? Существенно, я думаю, не повлияет. Как-то может повлиять, вредного в этом ничего не вижу, в общем. Но я думаю, что поначалу будут относиться лояльно к тем, кто этого не сделал, потому что народ, во-первых, не знает, я сегодня случайно узнал совершенно из интернета. Вот. А во-вторых, нужно время, чтобы купить, как видите. Угу. Но в целом, да, наверное, кто-то среагирует на этот знак и увеличит дистанцию. Ничего дурного в этом нет. Может быть, это предотвратит какие-то ДТП. И это хорошо. Тут же проблема не в праве, а в правоприменении, как известно. Так что, если будет нормальное правоприменение, то будет какая-то польза от этого. Понятно, спасибо большое за комментарий. Вот Игорь Соломонович говорит, что ничего страшного в этом нет. И можно распечатать, наклеить. Однако еще раз обращает внимание, что нигде нет этого знака шипы. Не подготовились. Распечатать самое простое, как я понимаю, сейчас. Да, конечно. Я не хочу иметь распечатанный, наклеенный на, например, скотч какой-то знак. Вот это меня... Ну, тогда ищите, Светлана. Я хочу красивый, полноценный знак. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Максим. Максим, слушаем вас. По поводу знака шипы хочу сказать, что никакой разницы не будет абсолютно.
И к вашему гостю хотел задать вопрос. Вот, секундочку, Максим, никакой разницы не будет абсолютно в поведении водителей, не изменится, если все наклеят знаки шипы, или что вы имеете в виду? Да, и в поведении водителей ничего не изменится абсолютно. Это во-первых. А во-вторых, у нас в правилах достаточно четко прописано, что водитель обязан соблюдать и достаточную дистанцию, и обращать внимание на погодные условия и дорожную обстановку. И без знака, то есть, собственно, должен и без знака, да. Угу. Так, вот, и вопрос гостю у нас есть. Угу. Вопрос гостю. Госавтоинспекция чем должна заниматься? Это вы мне вопрос задаете, да? То есть обеспечение бесперебойного движения транспортных средств. И безопасного еще, да? Да, безопасного, бесперебойного. Так вот, где-то говорилось, что у нас есть автомобиль парком, который должен ездить фотографировать неправильно припаркованные автомобили. Безусловно, он работает у нас. Он работает, да? Да. Постоянно езжу по центру города, вижу припаркованные автомобили, которые стоят под знаками, никто на них не обращает никакого внимания. Ну, вы знаете, действие у нас этого мобильного комплекса фотовидеофиксации «Паркон», то есть транспортные средства объезжают по определенным маршрутам. Это не значит, что там инспектор или какой-то сотрудник выходит и прямо машина начинает эвакуировать сразу же. Он объезжает, фиксирует эти нарушения, дальше происходит выгрузка, и водителям приходят так называемые письма счастья со штрафами. То есть получается, что человек каждый день там встает, ему абсолютно по барабану получается. Да? Он каждый день может быть штрафы. Каждый день приходят штрафы. Кроме того, у нас работает и инспектор дорожно-патрульной службы вместе с эвакуаторщиками, которые тоже убирают транспортные средства. А вас сейчас конкретно какой участок дороги интересует? Сейчас постоянно стоят машины у торгового центра РУМ, например, на противоположной стороне. Торгового центра РУМ. Обязательно посмотрим. Могу, в принципе, если подумать, кучу привести примеров. Я раньше звонил в полицию, говорил об этом. Угу. Сейчас я просто на это уже не обращаю внимания по одной простой причине, потому что ГИБДД на это реагирует очень медленно. Понятно, спасибо. У нас просто время программы подходит к концу. Это отдельная, кстати, история про эвакуаторы. Мы сейчас ее не будем развивать, потому что у нас полминуты до окончания программы, но есть что сказать по этому поводу. Я вам хочу сказать, водители, вот здесь в центре, где мы находимся на Театральной площади, замечательно работает эвакуатор каждый божий день. Каждый божий день. Вот мы хотим, мы разберемся, наверное, и в этой статистике, и сколько у нас эвакуаторов, и как их эвакуируют машины, и где и на каких участках отдельной программы. Договорились? И про водительские удостоверения тоже поговорим. И про фотовидеофиксацию. В отдельной программе. Просто я очень рада, что сегодня звонили нам наши слушатели и консультировали нас по поводу знака «Ш». Да, мне кажется, что весь апрель пройдет под знаком «Ш» на наших дорогах. И вот эти три темы, которые мы сейчас обозначим, возьмем в ближайшее время следующей программы. Спасибо большое нашей гости Марии Шиляевой, заместитель начальника отдела управления ГИБДД по Кировской области. Мы с Александром уходим на перерыв. Сейчас будут новости, тематические программы, и во втором части мы вернемся с новой темой. До свидания.